Да ладно. Да ладно. Зато там чел заспавнился. Полетай немножко, братанчик. Вот что бы я сейчас сделал с болтовкой? С ремингтоном, с горностаем, да с любой болтовкой. Что бы я сейчас сделал? Уже бы заново в рейд собирался. Потому что люди не шутят, блять, когда они в лес идут. Тихо-тихо-тихо-тихо! Не видно ж тебя там ни черта, блядь. И можно, в принципе, без, ну, типа, без конца, не прерываясь, юзать аптеку. Так, М1А, а там чё? МДР-ка. Нету тепловизоров. Это РСАХа. Надо было страховаться, кстати, чат. Сейчас бы мог скинуть свое добро. Тайга, ты смотри, какие красивые. Капа, тайга. Я служил. Алло? Извините, а регистрацию можно, пожалуйста, к телефону? До свидания. Ого, только через секунду умер. Есть бот, второй камень. А, нет, это не второй камень, это открытый, это средний. Впереди трупы. У машины, по-моему, на дороге. Да. Открытый, крайне правый. Левый угол. За ним, вперед смотрите, насквозь. Не вижу. О, левый угол крайнего. Открытый СВД. Я ко второму камню, наверное, подмигну. Да, стоит бот, смотрит. Левая сторона бежит от суицида на дорогу. По нему скрытого стреляют, по-моему, глушенная СВД-ха. Да, стреляет по времянкам. Там они были, над ремянками, много трупов.
На дороге вижу челок. Убил. Я крыто смотрю. Пулочка. Подошел. Кто-то зарашил его. Кто из них победил, интересно? Победила дружба. Зашел на левую сторону. Бензопила? Стою гранату. У меня с заднего выхода. Живой? Да-да-да. Двое их внутри. Погоди, я хилюсь. Я отступлю. Что у меня бегает? Ко мне смотри. Он пробегает, тут кирпичики погибают. Поднимается на дорогу. Два хита. Попадает. Убил одного. Убил. Бревна у воды. СВДшка мертвая вот здесь внутри. Бревно воды? Да. Где-нибудь вот здесь вот. Никого не может быть. Нет, не было. Ты поднимался? Блять, как не было? Вот он. Где-то у тебя с твоей стороны. Возле Урала. Убил. Я же говорю, блядь, должен быть здесь. Тут трупов куча валяется. Я посмотрел, вроде трупы лежат все. Я чувствую, блядь. Деколоном пахнет каким-то, блядь, тройным. Алёша. Ему типа Саня ебаш. Ну. И мем же есть такое. Э? Да. Ну, типа к дороге выходит, да? Ты тоже по нему стрелял, получается? Да, 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 да. Я стоял за ним в поле. Все. Ну да, значит это он. Если думал, что я его убил, значит ты его убил просто. Я убил там, не видно. Ну, Саню ебаш ты убил. А ты еще тут МП-7. Я бы сказал, прям какая-то дорога смерти получилась. Да, да. Беззубый Макс, дорога с ярости. Которому я засунул вот, вот этому, походу. Посмотри вот туда, в сторону скалы, мне страшно там лутать. Ничего не видно, ну, нет, в этой темноте, блин. Нет, нет, нет. Тарком по иблу. Какие лобби интересные. Я там чел у нас ставил комментарии под стареньким роликом. Я там с ДВЛ-кой снайперил в лесу. Блин, какой желез был шикарный раньше, ё-моё. Достаточно было вот посмотреть, когда у них тени отключены были. Вот, вот, да. Это просто красиво было. А сейчас вот, вот что двое, это сейчас? Двое лежат на камнях, или один труп. Голенький чевок там убил. Он еще кого-то ботов рисует. Двое. Бил. Справа.
Там две мосинки, вид. Сходи, посмотри пока, пока я тут разбираюсь с трупами. Все, 4 бота, штурман. Если повезет, не повезет, хер с ним. Засвет на поваленном. Должен быть чувакам. Перед нами, он прям на камнях у нас ходит. Со стороны крытого. Бил. Что за мосинка стрелял? Думал, то он, ну, которого ты убил. Вроде уже мертвый был к этому моменту. Есть повалены. Машина на дороге. Угу. Да, вправо. На нашей стороне. Вправо перешел. Должен был попасть, надо подбивать его. Зашел внутрь. Лево, по мне. Блять, там еще, значит. Этого убил, этого убил. У повального, значит, еще есть. Я тут захилю, почти выбили. Смейка вчера все-таки, видимо, сходила в КБ. Ну так да. Она сказала, что пойдет. А сегодня она сказала, что у нее дела и много звонков, и в принципе она не. Ну, и некогда, короче. TI или лучше брать 30-ю серию? Я не знаю, блин, даже. О чем? Так, так, так. Сейчас прикиньте, скам, и нету ящика на самом деле. Бамс. Сюда. Оп, не, все есть, ладно. Не обманули чат, хорошо. Сколько он стоит нынче? 4700. Норм? Норм? Пойдет?